Траву! Остани ту! Остани ту! Дай нам простор за кадр! Горы давать будут? Как тебе игра? Старше нас, опытнее. We are still trying to understand and... Блин, я хочу играть, я хочу найти команду. Скорее всего, по первым кадрам, что ты сейчас увидел, ничего не понятно. Очень много хочется рассказать, что это за логотип на груди, кто мы такие и где мы сейчас находимся. Но давайте коротко, по порядку обо всем. DraftMe – скаутинговая платформа, которая помогает футболистам без клуба начать или продолжить свою футбольную карьеру. Сейчас мы находимся в Сербии, куда прилетели с нашими игроками, которые прошли либо онлайн, либо офлайн отбор. По факту за 5 минут всего не разложить, то в принципе в этом нет никакой необходимости. Мы просто снимем для вас сериал, который изнутри будет показывать жизнь мальчишек, которые, скорее всего, так же, как и ты, мечтают заиграть в Европе, но помимо мечтаний, они уже перешли от слов к делу и прилетели в Сербию для того, чтобы зацепиться за контракт. Следи за нашими соцсетями, чтобы не упустить ни одной серии, которую мы будем выпускать регулярно. Не забыли представиться. Меня зовут Алексей, я основатель проекта DraftMe. Меня зовут Глеб, я один из организаторов проекта DraftMe и тренер вратарей проекта. У Руса много мест, я просто на всякий случай спрашиваю, есть или нет? Бритву, не бритву, там тоже. Все, парень, удачи вам. Спасибо. Лубки провожаем, лубки будем встречаться. Нет, еще главное попозже, чтобы встретили, а не через две недели. Попозже. Спасибо большое. Приедут три пацана из Канады, и он приедет, сам привезет. А ты думал, он мне про шашлыки написал, я думаю, что шашлыки никого нет вообще. Он мне пишет, машина земная прилетит в машине воздух. Ты на наш рейс посадка заканчивается? Да. Пойдем сядем. Because this is forbidden zone. Okay, let's go. Прохладненько, кстати, если честно будет. Убийство? Просто за контрактом подписать. С кем будешь подписывать? Три команды мне сказали. Три? Да. Цервена Звезда, Партизан и Воеводина, да? Да. Тут ехали, рассуждали, то, что мы все в Сербию приедем, короче, подпишут только тебя. И меня подпишут. Чудака, который просто ехал. Просто с формой приехал. На всякий случай возьми форму. Помидоры давать будут? Тебе два. Побольше поесть что-то. Ага, кого не одна есть. Приятно. Hi, guys. Сэр, кому-нибудь надо еще шорты? Парашюты. Давай. Не зря приехал. От Канады летел фоткать пацанов. Сегодня не буду. Встаем по 4 человека на каждую из белых фишек. 4 человека сюда, 4 человека сюда, 4 человека сюда. Выглядит разминка. Все просто. С
здесь, с мечами. Ускорение. Важно разъяснить один момент, почему во время тренировки я оказался в перчатках. На самом деле все просто. Из-за того, что всего один из двух вратарей смог принять участие на тренировке. И потому что еще совсем недавно, относительно 3 года назад, я закончил свою скромную профессиональную футбольную карьеру. Мне пришлось принять участие в тренировке в качестве вратаря. Получается? Лучше всех будем. Вы должны поменять квадрат по часовой стрелке. Алексей! Да нет, не заходи. Два! Да ты ж два уже сделал. Семенон, один. Я хочу вам добро пожаловать в Сербию. У вас будет несколько матчей. Я знаю вас от Москвы, знаю, но не все, не все. Ты будешь меня узнакомить с мальчиком. Тоже у вас будет людей, которые посмотрят эти матчи, которые работают в серьезных командах в Сербии. Мы будем играть против Пролетер, тоже команда, которая играет в первой лиге. Будет людей от Белграда, от Партизана, от Северной Звезды, которые будут смотреть, что вы знаете. Ну, по логике, наверное, не просто. Наша задача себя продать. Окей? Да, конечно, нам важно выиграть, конечно, нам хочется показать крутой счет на табло, но самое главное, мы должны показать, что мы умеем играть в футбол. To see a football with combination, I understand with somebody of you see each other from the first time. It's okay, no worries, but the language of football is everywhere is the same, right? И я всегда не понимал, что значит хотеть и не делать. Поэтому имейте в виду, что лично мое уважение к вам большое. Вместо того, чтобы просто хотеть и трепать языком, вы приехали через 2000 км в другую страну, чтобы доказать, что вы реально что-то способны. Релакс. Think about the game, and we will start. Браво! 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 Бра
Сколько мы моментов создали, чтобы 3-0 проиграли? Хороший рус. Пацаны, отношения. Объясню. Вот эта команда, которая напротив нас, они уже закончили сезон. Прошли выше, дивизион выше, заняли, наверное, первые из двух мест. Ну, неважно. Для мужиков, для них сезон закончен. Они отхерачили огромный сезон и выиграли его. Это для них товарищеская проходная игра. Должна была быть. Но ни хера подобного. Они каждый гол празднуют, как последний. Они забили 3 отличных гола. Вопросов нет. Почему? Это для нас должна быть игра жизни и смерти. Вы видите, нам играть-то дают. Ну, серьезно, да, вот счет 3-0. У них было 5 моментов, 2 раза нас нереально спас крутой вратарь, у них было, ну, действительно, 3 хороших гола, 0 вопросов. Не надо истерить. Истерить – это самое простое. Вот будьте тем мужиком, который вот это все соберет в кучу и даст результат, а не истерите просто друг на друга, хорошо? Макуй то! Браво! Я! Браво! 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 Ну по мячу встаньте, блядь, все не будет так быстро.